Юбилейные 2000-е в этом году разрешение выдали таксисту в Ульяновске, оформленное через госуслуги. Напомним, с прошлого года ульяновцы могут оформить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в режиме онлайн. Марат Усманов решил заняться частным извозом и написал соответствующее заявление. Менее чем через 2 недели получил разрешающий документ. Я отправлял через госуслуги, дождался ответа, приехал, забрал. Труда не составило, все быстро, буквально все получилось. По словам представителей электронного правительства, для граждан особой популярностью эта услуга пользуется у тех таксопарков, которые уже попробовали хоть раз оформить заявку в электронном виде и поняли все преимущества. Заявление можно создать в любое удобное время и из любой точки, где есть интернет. Также в электронной форме предоставляются другие услуги Министерства транспорта. Это услуги Гостехнадзора, это, соответственно, выдача водительских удостоверений машиниста-тракториста, постановка на учет самоходных машин, тракторов. Тоже очень популярные услуги. У нас они предоставляются с начала этого года. Порядка там 70% заявлений поступает в электронной форме. Для получения услуги необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации транспортного средства, копию договора лизинга, договора аренды автомобилей или генеральной доверенности, а также заявление о выдаче разрешения. Услуга предоставляется бесплатно. Срок ее оказания – 14 рабочих дней.